Воспринимая ограниченные взгляды и убеждения о себе и о окружающем мире, мы прокладываем воображаемую жизнь. Для нас это реально. До тех пор, пока мы не можем помогать. Стоит только это сознание воспринять как будто убеждение и идею, независимо от того, верна она или нет, потому растет методично вырабатывающие мысли, подтверждающие это предыдущие. Предположим, вы неосознанно считаете, что установить отношения с особой противоположного пола весьма непросто. Укрепившись, это убеждение будет питать ваш мозг мыслями типа «Вы должны встретить человека, который бы мне понравился». Невозможно найти хорошего партнера. Отношения всегда нестабильны и так далее. Что из вас встретить интересного человека, как